Всем привет! Меня зовут Маша, вы на канале Meryl & Cup, а это мой парень Артём. Да, всем привет, ребят! Сегодня день, когда мы выставляем это видео, 14 февраля. День всех влюблённых! Мы вроде как влюблённые! Да! Значит, это вроде наш день! Да! Я раньше никогда не отмечала 14 февраля. Наверное, либо не с кем было, либо что, но мне не особо нравился этот праздник. Это год первый, когда мне реально захотелось, ну типа... Встретить! Как-то его отметить. Мы вообще будем как-то? Да, конечно. У нас будет романтический ужин, свечи. Хорошо. Но уже сегодня было. Уже сегодня 14 февраля. Ты что, забыла? Мы снимаем это 13-го. Ну да. Мы решили не нарушать недавние традиции и тоже в честь и этого праздника обменяться с Артёмом подарками. Уже на моем канале, на канале Артёма, мы снимали несколько частей обмена подарками. Да, и на Новый год, и на другие праздники. Да. Это было очень классно. Я вижу, что вам нравится эта рубрика. Поэтому мы решили и 14 февраля не обделить, и друг друга поздравить. И в моем видео у меня на канале в этом я буду дарить подарки Артёму. А то, какие подарки подарил мне Тёма, вы сможете посмотреть на канале у него. Ссылку я оставлю на это видео в описании, можете глянуть. Было все очень мило, мне очень понравилось, правда. А сейчас мы с вами будем смотреть на то, что я подготовила для моего любимого мальчика. Давай, я уже тоже жду. Хочешь? Да, очень. Я думаю, тебе понравится. В принципе, все подарки, ну то есть, я не покупала безделушек, реально. Вот если мы еще когда снимали там новогодние все эти выпуски, я снимала какие-то гонивные, а тут правда все подарки классные. У меня были. Да, у Артёма были и гонивные тоже сейчас, но эти мне правда все очень нравятся, я уверена, что они тебе понравятся. Ну давай начинать, я хочу уже первый подарок. Давай начнем с чего-то такого более лайтового и того, что скорее веселое. Давай. Вот этот подарок, держи, стоп. Я его тебе... решила подарить для того, чтобы у тебя появилась новая идея для ролика на YouTube. Ты снимаешь в основном развлекательный контент, и вот это вот поможет тебе с созданием одного из роликов. Я думаю, тебе понравится эта тема. Держи. Давай, интересно. Шире рот. Я знаю, что это! Короче, я Маше рассказал, я искал эти распорки для рта. Они так растягивают рот, а ну и давай откроем как сразу. Как у ортодонта, типа, если кто знает, когда ставят брекеты или что-то лечит, у ортодонта вставляют в рот такую распорку. Есть на YouTube популярный челлендж, когда вот эту распорку в рот вставляешь, и нужно там выпить с ней воды, что-то съесть, надуть воздушный шарик, там еще что-то. Ну, в общем, это очень забавно. Сейчас. И я уверена, что для Артёма канала эта тема подойдет и будет интересный новый контент. Офигеть! Я реально ходил по аптекам, спрашивал, и нигде их нету. Я сейчас даже одну хочу попробовать одеть. Не знаю, как это будет выглядеть, но я очень хочу попробовать. Так, ты знаешь, как это одевается? Потому что я никогда не одевал. Это сюда? А, наоборот. Ага. Ай! У меня не влажно. Я надеюсь, они чистые. А как ты засунула? Я рот знаешь. Я реально не могу одеть. Реально, она тупо не налазит, Маша. Как ты засунула ее? А какой стороной? Слюни начинают вытекать. Блин, она реально не держится. Ты вот так, с широкой стороной? Ну да. Я другая сторона, я. Ты смешная. Да, целуется. Реально, это очень... А слюни-то текут, и тут, короче... Я надеюсь, они чистые. Тут есть карточки еще, где... И там задание, да. Я даю тут слова. Здесь предложение. Да достань! Да, здесь написаны предложения, которые нужно произнести, и члены команды твоей должны угадать, что ты говоришь. Но мы эти распорки, я думаю, сможем и по-другому использовать. Для видосов? Да. Да, это офигенно, это вообще круто. Я рада. Так, надо вот эту помыть и ты свою туда положи. А, не, я сюда положила уже. А, вот это вот, фу, меня. Блин, это очень прикольно. Я реально не мог найти их нигде, а с Алика заказывать не хотел, долго ждать. Прикольно. Да, давай поиграем сейчас, закончим видео, прикольно. Спать пора, уже вечер поздно. Хорошо, давай следующий подарок. Давай. Следующий подарок, я думаю, тебе прям должен... Блин, не знаю даже, какой из них, они все классные. Давай вот этот. Окей. Этот подарок. Давай. Предыстория. Главное сначала дать, чтобы он его уже взял, а потом выдрать и начнет рассказывать предысторию. У тебя, ты знаешь,
постоянно в карманах хаос. Да, ну и что? Твои деньги валяются где попало. Твои, твои банковские карточки, ты вообще даже, думаю, последний раз не знаешь, где ты их видел. Да, я телефоном расплачиваюсь. Постоянно, когда мы приходим в магазин, а там либо не работает PayPass, или же, не, ну, типа, нет налички у нас, и просят рассчитать именно картой пластиковой у Артема, ее, как всегда, нет, он ее где-то забыл, потерял и так далее. Давай, я не понял, к чему ты ведешь, да. Давай. Я вижу, что это кошелек уже. Да, это кошелек. Черный. Кожаный? Я надеюсь, тебе понравится. О, внутри вообще прикольно. Он кожаный, это не кожзам, это настоящая кожа. То есть он должен, в принципе, быть нормально. Качественный. Но, блин, да. Я просто... Единственная проблема, единственная. Какая? То, что я не очень люблю кошельки, потому что они много места занимают. Этот маленький, я специально выбирала маленький, который у тебя в любой карман лезет. Он, да, он лезет. Такой крепенький. Да. О, еще на магните. Обожаю, когда на магните. Оп. Он не будет раскрываться, не так, как вот. Обычный, да, прикольно. Я знаю, что ты не особо любишь кошельки, но просто я не могу смотреть на твое вот это вот. Ну все, теперь могу засунуть раз, два, три, четыре карточки. И да? Мелочь. Да. Спасибо, солнце, спасибо. Давай, давай дальше. Это прикольно. Хорошо, давай дальше. Дальше скорее подарок для поднятия настроения, вечного позитивного отношения к жизни и минус желудок. Держи. Это что? Давай вот так сделаем. Сейчас я не смотрю. Помнишь, видео с айфоном точно так же начиналось? Там айфон! Ты вот так открывал коробку, показывал ее туда. Я не знаю, но что-то, чего-то очень много. Ну, посмотри. А, это вкусняшки! Ого! Я купила тебе конфетки, Жилек которые... Сколько. Деки пчелы и ловис! И там еще ловиски. Офигеть. И пчелки, да. Это прикольно. А это мармеладные. Тёма их очень любит. Я выбирала все красные и оранжевые в цвет праздника. О, зубы! Смотрю. Ну ты молодец, молодец, справилась. Мы просто оставались в коробке. Спасибо, это реально очень вкусно. Да, ты попала реально. Только не ешь их все за раз. Я прошу. Мама! Реально очень вкусно. Я обожаю вот эти желейки. Сашана, да, это в Ашане покупала? Да. Там на развес они... Там реально куча их по одной цене. Угу. Я там наедаюсь. С собой беру. Ладно, давай дальше. Последний подарок. Окей. Нет. Не последний? Самый главный подарок это я. А это, ну то есть получается предпоследний. Передо мной. Я думаю, что историю, конечно. Это прям вот очень тебе будет полезно. Потому что... Фордмустанг? Нет, к сожалению, пока не Ford Mustang, ты его сам себе купишь. Кавасаки мотоцикл? Нет. Это должно быть у каждого мужчины, мне кажется. Прям вот у каждого. MacBook? Нет. Это поможет тебе сохранять свою гладкость, знаешь. Это бритва какая-то? Что это? Это что-то покруче, чем просто бритва. А-а-а, это, как это называется, стрижка вот эта? Это... Триммер. Триммер, да. Прикольно. Давай откроем. Что-то ты не особо рад. Нет, это очень круто. Я просто, я пока, не, знаешь, я рад. У меня больше интерес, как это работает. Это ого, сколько триммер, здесь, значит, насадок. 9 разных насадок. Офигеть. Ты сможешь и в ушах волосы, наконец-то. Это для носа, я знаю. И в носу. И, можно просто колупаться. И тут просто себе делать то, что тебе надо. И офигенно. Руку, тебе надо. Реально. Ну, короче. Спасибо, да. Это круто. Она работает? Включай. Ой, не включается сейчас. Ого! Дай просто сюда. Мне просто страшно. Она мне не приедет сейчас? Не знаю. Дай вот. По сути, дырка в руке осталась. Блин, прикольно. Оно так бреет сильно. Да. Я лысый. Офигеть. Это так... надо на кровать. Сейчас все было так. Все, 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 все. Это очень прикольно. А попу можно? И жопу можно. Ну просто. Блин, Маша, это прикольно. Тут всякие насадки есть, большие, маленькие. Это зарядка. Да. Вот это реально интересно. Я проконсультировала, сказали, что это самый прикольный вариант в соотношении типа цена-качество. Ну это Philips, наверное, это неплохо, наверное. Ну, да. Philips это хороший бренд. Да. О, щеточка. А кстати, видишь, я даже пакетик тематически подбирала. Ага. С кусами. Бля, вот это, конечно, подарок, вот это прикольно. Правда,
нравится. Да, это очень прикольно. Да, я, ну, типа, это я буду использовать точно. Это реально очень удобно, наверное. Сейчас пойду немного, у меня усики здесь, я... Блин, страшно без зеркала. Ладно, зеркало попробую. Блин. О, а это что? Мир... Это мешочек. Офигеть. Если ты будешь куда-то ехать, вот можешь так. Ля. Взять его с собой по блатному, положить туда все нужные насадки. Погнали. Блин, это прикольно. Это очень круто. Спасибо, солнце. Блин. Я рада, что тебе понравилось. Я люблю эту рубрику. Я люблю подарки и делать, и получать. Это очень классно. Правда. Я рада, что у тебя наконец-то есть кошелек, потому что сам бы сегодня себе его никогда в жизни не купил. Какие деньги, конечно. Пишите в комментариях, отмечайте ли вы. Подожди, не все, я самое главное забыла. Хорошо, что вспомнила. Сейчас. Что, в кармане? Да. Это Валентинка. Это тебе Валентинка. Это как в школе, спасибо. У нас в школе дарили всегда валентинки такие. Да. О, еще написала. Люблю тебя 3000. Знаешь, откуда это? 3000. Мое солнце и звезды, я знаю, откуда это. А это... Люблю тебя 3000, не слышала? Не помню. Слышала, я не помню, серьезно. Люблю тебя 3000, сказала дочка Тони Старку, когда он уходил. А я тебя 100 000 раз больше. Да? Я не помню. Она всегда мне говорила, люблю тебя 3000. Прикольно. Но мое солнце и звезды, я помню, откуда это с этих... Как их? Помню и забыл. Игра престола, да. Блин, прикольно. Ты кинул мою валентинку. Да нет, я выронил. Выронил. Я в карман положу. А лучше в сердцу. Сердце, я в кошелек положу новый. Да, все, то есть клади сейчас. Чтоб все телки видели, что ты занял. Все, да, я когда буду открывать кошелек, они будут видеть вот так, валентинку. Да. Вот так, чтобы, знаешь, даже не закрывал, не закрывался. Со. Вот так. Знаешь, как сигнализация, типа он занят. Радуйте своих близких почаще, дарите им миленькие прикольные подарочки. Это всегда поднимает настроение. Ай! Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, обязательно переходите по ссылке в описании на видео Артема и смотрите его тоже. И все, с вами был Артем. Пишите в комментариях, отмечаете ли вы 14 февраля. Если да, то... Поставьте лайк, потому что лайк это символ. И пишите, если у вас вторая половинка вообще. Да. С вами был Артем, Машуля, и вы были на канале. Марилога. Всем пока. Конфетку хочу. Я там конфетку. Хочу. Давай немного постригу. Нет. Чуть-чуть. Дай конфетку. Держи. Нет. И я немного стригу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не дам. Даже не думай. Да? Тихо, ты там случайно не зацепи. А то я видел такие видео в интернетах. Я эту хочу. Это сейчас вот было прямо.